В зареченских теплицах настоящий праздник. Поспели огурцы. В этом году это первый урожай. С одного гектара уже собрали 98 килограммов. В первый сбор попадают не все огурцы, просто потому что не все овощи поспели. К примеру, вот этот огурчик еще должен несколько дней побыть на ветке, чтобы дозреть. А вот этот уже, в принципе, готов к употреблению. Этот урожай в зареченских теплицах ждали с волнением и нетерпением. Огурцы выращивали по-новому, в кубиках из минеральной ваты. Благодаря системе капельного полива вместе с водой нужные для роста вещества быстрее попадают к корням растения. А значит, огурцы быстрее развиваются и раньше плодоносят. Обещали, что новая система выращивания даст больше урожая. Причем говорили, что вкусовые качества любимых зареченцами огурцов ноу-хау не испортит. И не обманули. Первая проба, так сказать. Обещание я давал, что вкус не изменится. На самом деле так оно и есть. Вкус замечательный. Огурец красивый, глянцевый. Не то, что был раньше. Он гораздо интереснее и нас очень порадовал. Есть, правда, и так называемый нестандарт. По сути, те же самые огурцы с теми же вкусовыми свойствами, но дешевле. Такие хозяйки обычно покупают для приготовления салатов. Загнутые немножко. Это уже идет нестандарт. Дальнейшая судьба их какова, что с ними будет? Нет, у нас есть стандартный огурец и есть нестандартный огурец. То они идут по другой цене? Да. Разные они цены. Просто да, по другой цене идут. Кстати, первая партия тепличных огурцов поступила в продажу только в пятницу. То есть все, что до этого момента лежало на прилавках под маркой зареченского производителя – обман. Для меня очень прискорбно, что некоторые, ну, скажем так, не совсем честные на руку предприниматели наши городские, выдавая неизвестный породы огурец за огурец Заречного, города Заречного, зная то, что жители этот огурец уважают, любят, выдают и продают по таким баснословным ценам аж 320 рублей. Это дороже мяса. Зареченские огурчики в разы дешевле. Всего 180 рублей за килограмм. На нестандарт цена еще ниже. Собирать огурцы в зареченских теплицах будут до конца февраля. За месяц с 4 гектаров планируют собрать 7 тонн огурчиков. Светлана Демина, Андрей Лешин, Игорь Войдаков, телерадиокомпания «Заречный».